На канале Мистер Я. И сегодня мы с Адамом, повелителем машин, расскажем вам о самосвале. Поехали! Самосвал — это очень большая машина с кузовом и большими колесами. Кузов ее очень большой, поэтому он может туда загружать всякие грузы, такие как деревья сваленные. Но чаще всего самосвал сваливает песок или уголь. А еще самосвал в длину может достигать 4 метров, весит 10 тонн. Если он упадет, он очень сильно пострадает, потому что большой вес очень реагирует. А еще самосвал — это очень хорошая машина. С помощью нее у нас всего достаточно. А еще с помощью огромных колес он может ездить по любым трассам, даже по грязи. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мистер Ед. У меня еще много видео, да? Вот он.